Дәл ғазыр Бурабайда жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы өтіп жатыр. Кеңейтілген құрамдағы кеңесті тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. К насущным проблемам развития нашего союза. Мы очень много, я это специально хочу подчеркнуть, как председатель, обсуждали по требованию президента Кыргызстана вопросов, связанные с вступлением Кыргызстана в ЕС, эффективности вступления. И договорились о том, по предложению президента Российской Федерации, была поддержана эта позиция президентом Казахстана, что они серьезнейшим образом поработают на границе с Кыргызстаном и сделают максимум того, чтобы народ Кыргызстана почувствовал, куда он вступил и какую пользу имеет этот народ от нашего Евразийского экономического союза. И пусть президента Кыргызстана никто не критикует, он занял приличную позицию и уверен, что здесь двигы будут очень солидные в пользу Кыргызской республики, в том числе по поставкам на общий наш рынок и мясной продукции, и другой, и других товаров, которые существуют в Кыргызстане. В ближайшее время, я думаю, до Нового года эти вопросы будут продвинуты, не просто изучены, а продвинуты, и Кыргызстан не пожалеет, что он вступил в наш таможенный, в наш единый экономический союз. Я уже только что сказал, в повестке дня, она у всех на руках, уважаемые друзья, 15 вопросов. В узком составе мы все 15 вопросов рассмотрели. Мы приняли решение о том, что с 1 февраля будущего года Армения будет председательствовать коллегии Евразийской экономической комиссии. Мы также приняли решение, кто будет с 1 февраля после Российской Федерации, конкретно после Христенко Виктор Борисович, будет возглавлять нашу комиссию. Я попрошу, назовите фамилию, имя, отчество армянского представителя. Саркисян Тигран Суренович, бывший премьер-министр Республики Армения. Бывший премьер-министр, он поддержан президентом России, он с ним работал в свое время. Говорят, очень опытный, продвинутый специалист. Поэтому мы также назначили его председателем этой комиссии. И с 1 февраля он начнет свою работу. В узком составе мы таким образом рассмотрели эти вопросы, обсудили перспективы нашего экономического союза, а также согласились, что все 15 вопросов проработаны, документы для подписания этих вопросов готовы, и мы договорились, что поскольку там все выступили президенты в узком составе, мы не будем разворачивать дискуссию здесь в широком составе, а подпишем обсужденное и принятое решение. Так? Так. Есть ли замечания к тому, что я сказал? Виктор Борисович, я ничего не упустил? Все точно, Александр Григорьевич. Все точно, поэтому, пожалуйста, дайте нам документы для подписания по всем 15 вопросам. Нет возражений, Нурсултан Абишевич? Нет. Нет. Приступаем к подписанию.
Александр Григорьевич. Уважаемые друзья, пока идет подписание, я просто хочу напомнить, что при обсуждении мы определились, Владимир Владимирович, мы определились, Москва, декабрь, в этом году в Москве мы встречаемся. Да, пожалуйста, мы готовы. Ну так, мы договаривались. Да, мы приглашаем, пожалуйста. Значит, Москва, декабрь месяц. Точную дату согласуем по дипломатическим каналам, так? Может, это вот этому заседанию не касается, но мы должны по ОДКБ тоже делать встречу. Если помните, мы должны там утвердить положение. Может быть, совместим это? Как считаете? ОДКБ, да. Я думаю, нам действительно ваше предложение надо проработать. Если так, то надо. Мы в декабре там и обсудим эту проблему. Это нормально. Виктор Борисович, пожалуйста, передайте тогда Бордюже, чтобы он, вот, хорошо, чтобы в декабре обсудили этот вопрос. Уважаемые друзья, таким образом вопросы, обозначенные в повестке дня, исчерпаны. Мы приняли решение, подписали соответствующие документы. Я хочу от всех нас поблагодарить Нурсултана Абишевича за этот тяжелый день, который мы провели на прекрасной казахской земле, казахстанской земле. Поблагодарить его за гостеприимный прием. И всем удачи. Удачи и еще раз удачи. На этом наше заседание объявляется закрытым.